Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как на YouTube создать плейлист. Для начала открываем нашу творческую студию. Вот в правом верхнем углу выбираем творческая студия. В основном у всех уже студия нового образца. Это вот такая вот новая студия. Здесь, чтобы создать плейлист, нужно выбрать другие функции. Выбираем плейлисты. И здесь нажимаем создать новый плейлист. Как-нибудь его называем, допустим. Общий. Вот. И теперь, чтобы добавить в него видео, нажимаем «Изменить». И нажимаем «Добавить видео». Здесь мы можем добавить свои видео. Или же выбрать какие-нибудь на всем YouTube. Вот. Чтобы добавить свои, просто их выбираем, нажимаем «Добавить». Вот в нашем плейлисте уже есть видео. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, поставьте лайк. И всего вам доброго. До свидания.